Детское радио представляет. Витаминные истории. Бабушка, а как ты отличаешь куст красной смородины от куста черной, когда на нем еще нет спелых ягод? Это очень легко. Листья черной смородины имеют необычный резкий запах из-за эфирных масел, которые в них содержатся. А вот листья красной смородины таким запахом не обладают. А расскажи мне, пожалуйста, еще что-нибудь про черную смородину. Только самое интересное. А я скучных историй не знаю. Смородину на Руси стали выращивать очень давно, еще в 11 веке. Говорят даже, что самым древним названием Москвы-реки было Смородиновка, потому что по ее берегам росло много-много кустов черной смородины. Эта ягода сейчас очень популярна. Она растет почти на каждом огородном участке. А что в ней такого особенного? Смородина – одна из самых полезных в мире ягод. Ее еще называют ягодой здоровья. Она укрепляет наш организм и помогает ему бороться с болезнями. Например, если начинаешь кашлять, то надо пить черносмородиновый сок с медом. А еще очень полезны листья и почки смородины. Из них делают отвары и пьют при простуде. Отвар готовится очень просто. Листья заливают кипятком и варят не больше 10 минут. Целебный напиток готов. А вот после болезни, для того, чтобы быстрее восстановить силы, надо есть свежую смородину или пить смородиновый сок. Кроме того, ягоды смородины улучшают аппетит. Я помню, когда простудился, ты мне давала пить отвар из листьев смородины. Правда, он не совсем понравился. Но раз он такой полезный, то теперь буду пить его каждый день. Ну, каждый день его пить совсем не обязательно. Из листьев смородины готовят не только целебные отвары. Я их добавляю при солении огурцов и помидоров. Эти листочки усиливают их вкус и придают особый аромат. Ну а что еще можно приготовить из ягод смородины, знаешь? Да чего только не готовят! Соки, компоты, варенье, джем, мармелад и повидло. Молодец! А еще летом ягоды можно заморозить, а зимой приготовить из них ароматный компот, кисель или начинку для пирога. Бабушка, а давай, чтобы не болеть, сварим сейчас компот из смородины. У нас ведь в холодильнике есть замороженные ягоды. И спасибо тебе, бабушка, за рассказ.